И снова здравствуйте! Вы уже позавтракали? Если же нет, то мы сейчас приготовим легкий, хороший завтрак. Для этого нам понадобится йогурт, протеиновый коктейль Формулы 1 со вкусом шоколадного печенья, ванили и Формула 3 от Herbalife. Что мы делаем? В блендер наливаем наш йогуртовый коктейль. Берем протеиновый коктейль со вкусом шоколадного печенья. 2 мерные ложки. Загружаем наш блендер. И взбиваем. Подготавливаем нашу вторую коктейльную смесь со вкусом ванили. Также добавляем в йогурт 2 мерные ложки ванили. Первая смесь наша готова. Вливаем его в нашу креманочку. И ставим в холодильник на 15-20 минут. Пока наша первая смесь охлаждается, мы подготавливаем второй слой. Для этого нам понадобится йогурт, протеиновый коктейль Формула 1 со вкусом ванили. Все это мы обогащаем белком. Это протеиновая смесь Формулы 3 от Herbalife. Ну, наша смесь готова. Отправляем его в блендер. Второй слой наш уже почти готов. Еще буквально 20-30 секунд. Все. Однородную массу мы получили. Наша первая смесь слегка подморозилась. Давайте немного проимпровизируем. Добавим какао-порошка, чтобы четко выделить слои. И заливаем второй наш слой ванили. Помещаем эту смесь снова минут на 15 в холодильник. И после этого будем ее декорировать. Наша смесь немножко остыла. И начинаем декорировать. А декорировать можно всем, что у вас есть в холодильнике. Будь это орехи, будь это фрукты, будь это ягода. Неважно. Здесь все будет зависеть от вашей фантазии. Я для декорации буду использовать малину, красную смородину, ежемалина. Ну, думаю, достаточно. Ежиную малину порежу пополам. Малинку оставлю целую. Выкладываем. Произвольной формы, так как вам нравится. Немножко мяты, чтобы придать свежесть нашему коктейлю. На это он и называется гармония вкуса. Чтобы в одном коктейле ощутить все вкусы. Наш коктейль «Гармония вкуса» готов. Приятного аппетита!